Итоги муниципального этапа военно-спортивной игры «Зорница» подвели в Анадырском районе. На прошлой неделе команды из центров образования Усть-Белой, Беринговского, Кончелана, Маркова и Угольных Копий показали уровень знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека и начальной военной подготовки. Как распределились места, расскажем далее. Мы рады приветствовать участников муниципального этапа конкурса «Зорница 2024». Команды под звуки марша ровным строем заходят в зал. В поселке Угольные Копи завершился районный этап военно-спортивной игры «Зорница». Витязи, патриоты, медведи, боцмен и высота – 5 команд. Представители 5 населенных пунктов Анадырского района построены. Внос флагов – важная часть старта итогового дня мероприятия. Затем, как и полагается, звучит гимн Российской Федерации, а после члены судейской коллегии уже готовы огласить результаты конкурса. Говорят, что на протяжении всех соревновательных дней команды шли к победе ровным строем. Уступать никто не хотел. Вы молодцы, что вы приняли активное участие. Вы молодцы, что вы прошли все испытания. Вы молодцы, что вы победили. Но мы понимаем, что побежденных в этой игре нет. По результатам всех видов соревнований места распределились следующим образом. Среди первой возрастной группы лучше признана команда «Патриот» из села Усть-Белая. Среди второй возрастной группы первое место за командой «Медведи» из Угольных Копий, второе у «Витязи» Беринговского. Бронзу забрали кончеланские боцманы, а четвертое место присудили «Высоте» из Маркова. Все участники были награждены почетными грамотами, медалями, сладкими подарками. А в промежутках между награждениями выступали детские коллективы. Важно отметить, что участники «Зорницы» на протяжении всех конкурсных дней продемонстрировали физическую силу, тактическое мышление, а также соревновались в конкурсах «Визитная карточка», «Ратные страницы», «История Отечества», «Статин строен», «Уважение достоин», «Если ты остался один на один с пострадавшим», «Рукопашный бой», «Неполная разборка» и «Сборка автомата Калашникова», «Норматив надевания ОЗК», «Пейнтбол» и «Комбинированная эстафета». Добавлю, что победители районного этапа команды «Патриот» и «Медведи» представят муниципалитет на окружных соревнованиях, которые стартуют 8 апреля в Анадыре. Анна Мартяшкина, Наталья Семиклетова, «Вести Чукотка».